Всем привет, друзья! У нас утро раннее, даже немного морозно, наверное, на улице, но тем не менее я не раз жаловался в наших роликах, что мало времени пчелам уделяю, не успеваю к ним ходить. Вот сегодня быстренько-быстренько прям пробегусь, дам им сиропа, я его уже приготовил, вот, и мне надо в город ехать. Поэтому сейчас, ну, такое коротенькое видео, вот сироп. Сейчас отвезу его туда, закормлю немного армию свою. Подкормка пчел сиропом — это довольно быстрое занятие, абсолютно несложно, но я просто еще, может, немного буду поглядывать, как там у меня сидит семья вообще. Ну, клуб еще, наверное, не сел, потому что у нас сейчас тепло стоит, вот они там уже ругаются, пчелки. Хочу немного глянуть. Да, нормально, они еще в клуб не собрались, пчелы довольно в активном состоянии. Сейчас мы им дадим сиропчик еще. Даю я в пакетах, вот в таких. Здесь вот в этих желтых пакетах налито по 1,5 литра сиропа. Там у меня есть еще большие синие, в них по 3. Ну, смысл один и тот же. Просто кладу либо 2 пакета, либо один большой. Все, довольно быстро, просто. И переходим к следующему. Так, эта семья у меня на 2 корпусах. Здесь я объединял 2 семьи. Семью без маток и с маткой. Поэтому здесь у меня пчелки, наверное, будет больше. В прошлом году я оставлял пчел зимовать на 2 корпусах, но эффект этой зимовки, вернее, итог этой зимовки показал мне, что из 6, по-моему, семей зимовки у меня вышло 4. Вот. Не знаю, есть ли смысл, но, наверное, я просто на тот год не смотрел, какая семья сильнее, какая слабее. И оставлял, не глядя, просто на 2 корпусах. Вероятно, что пчелы просто не могли прогреть ульи и не справлялись. Вот, здесь понятно, что сейчас 2 семьи объединено, довольно хороших семьи. Вот, надеюсь, что... Ну и вообще, есть ли смысл оставлять на 2 корпусах? Или есть смысл убрать этот корпус и посадить семью на одном? Если кто-то у меня... Ну, пчеловоды есть у нас на канале, я знаю. Поэтому, если... оставляете зимовку пчел на улице, то буду рад послушать ваши советы, как это делаете вы, как эффективнее сделать, чтобы максимальное количество семей весной вышло живыми и здоровыми. Я заказал себе дымпушку для обработки от клеща, но еще ей, ну вот сегодня, наверное, поеду в город ее забирать. Как раз в город надо, и мне вчера позвонили, сказали, что моя пушечка пришла. Девочки, покушать. Пожалуйста, не благодарите. А вот, поэтому еще обработаю пчел от клеща и буду уже абсолютно спокоен за них, наверное. Потом пчел я здесь еще буду укрывать шерстяными одеялами. Я смотрел, не помню уже, как канал называется, на Алтае пасеку держит Алексей, по-моему, его зовут, но канал уже не помню.
Еще год назад смотрел, он укрывает шерстяными одеялами. От дна почти 1-2 сантиметра оставляя от дна до одеяла. И так вот перестилает буквой П по рамкам. И получается, шерсть хорошо влагу удерживает, не проходит влага к пчелам в улей зимой. И довольно неплохо пчелы зимуют. Ну вот я тоже сейчас стираем одеяло, готовим уже, в принципе, можно стелить. Но я жду, когда я обработаю сейчас от клеща. И заодно хотел попросить наших подписчиков, возможно, у кого-то есть дома старые шерстяные одеяла, которые вам не нужны. Если такое есть, то будем рады, если вы нам их пришлете. Я по Тамбову, по объявлениям, наверное, все, что можно было забрать по дешевой какой-то цене, я забрал. Вот, потому что, ну, покупать шерстяные одеяла — это дорого. Вот, но я знаю, что во многих-многих семьях они лежат и кормят моль или подобную живность, потому что они, ну, просто не нужны. Вот если есть у вас где-то в закромах одеялки, буду признателен. Как видите, это довольно простая, быстрая процедура. Можно было даже дымарь не разжигать, но я для подстраховки. Бывает, некоторые семьи прям у меня очень агрессивно себя ведут. Но сейчас, наверное, еще прохладно с утра, поэтому пчелки вообще не понимают, что я тут делаю. Раз, два, три, четыре, да. Так, это вам. Несмотря на то, что идет уже вторая половина октября, погода наладилась осенняя, и стало гораздо теплее на улице. За счет этого пчелы не собираются в клуб, пчелы продолжают летать небольшими группами, так скажем, и, соответственно, собирают сейчас, скорее всего, пать. Ну, я так вот, насколько читал, знаю. Вероятнее всего, сейчас пчелы будут носить падь в свои ульи. Падевый мед, он очень питателен и полезен для человека, но крайне нежелательно для пчел, так как это тяжелый продукт, он будет забивать им желудочки, а ресурс желудочка пчелы имеет, вернее, а желудочек пчелы имеет свой ресурс, и когда он будет наполнен, у пчелы начнется понос. Таким образом, она может не выйти из зимовки. Если пчела опоносит рамки, она их больше есть не будет. Семья погибнет. Поэтому в зиму, тем более при зимовке на улице, да и не только, в принципе, при любой зимовке, лучше давать сироп пчелам, так как сироп делается на сахаре. Сахар — это легкий продукт по сравнению с медом падевым, либо каким-либо другим медом, который делают пчелы. И, соответственно, за счет сиропа в ульях у пчелы, ну, как бы стабилизируется. Падевый мед и довольно-таки плотный, а сахарный сироп довольно-таки легкий. И как бы при таких раскладах пчеле хватает в
вполне ресурсы желудочка, и она нормально выходит из зимовки. Вот осталось у меня всего две семьи покормить. Здесь у меня сидят пчелки, это раи, которые я ловил в течение года. Здесь два или три роя у меня объединенных, не помню уже. С довольно неплохой маткой. Так, последняя семья. Это моя любимая семья. Якобы это карника. Я не знаю, насколько это действительно правда. Я в этом году несколько раз покупал карнику, не умеючи правильно подселять матку, я потерял маток. И в последний раз, когда позвонил. Ну да, семья вот она, спокойная, абсолютно даже не дергается никуда. И последний раз, когда я позвонил человеку, который убрал, спросил, будет ли карник еще в этом году, у нас возят их с Украины. Вот, он мне сказал, что уже не будет. Но потом перезвонил мне через 5 минут буквально и сказал, что найду. И вот, это как бы вызвало сомнение, но карнику хотелось себе. В итоге... Ну, довольно странная карника, конечно. Но, тем не менее, он ее нашел, предоставил. И вот, по повадкам, наверное, похоже. Потому что довольно спокойная семья. Но, конечно, год она работала довольно слабо. То есть, матка долго приходила в себя, что ли, чтобы сеять начать. Короче, как-то есть у меня сомнение, что это карника. Может быть, какая-то местная уже селекция. Может, карника с кем-то в смесь. Вот. Тем не менее, на будущий год я хочу попробовать вообще завести только карнику. На канале Пасека Владимира Жукова. Владимиру огромное спасибо. Он поделился контактами тех пчеловодов, у кого он берет своих маток. Он тоже пробует карнику, бакфас заводить. Вот. Я как-то хочу попробовать карнику, так как у меня пока пасека маленькая. В зиму я планирую 9 ульев всего отправить. Вот. И пока у меня есть возможность перестроить, у нас карнику никто не держит. У всех карпатка. Я хочу завести карнику, ну, полностью сменить пасеку, все, чтобы вся пасека была карника. Вот, возможно, это будет правильным решением. Возможно, нет. Посмотрим. Мы пока на начальном этапе, всего 2 года занимаемся пчеловодством, поэтому, я думаю, можно экспериментировать. Друзья, такое вот видео быстрое. Я пробежался, дал сиропчик пчелам, и теперь мне пора ехать дальше по делам. Не забудьте, если у кого-то есть дома шерстяное одеяло, то будем признательны. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. И по традиции, всех обнял. Пока-пока.